Добрый день! Предлагаю вам рассмотреть женскую сумку Tote американского бренда Guess. Модель сделана из искусственной кожи, прочного современного эко-материала. Он долго служит и прост в уходе, к тому же подходит людям, которые отказались от натуральной кожи по этическим причинам. Поверхность материала зернистая, благодаря чему на модели будут менее заметны небольшие царапины. Устойчивое донышко позволяет легко поставить сумку на любую горизонтальную поверхность. Четыре металлические ножки защитят кожу от царапин и повреждений. Изделие украшено брелоком с двумя деталями из эко-материала. Две ручки из эко-материала позволят комфортно носить модель в руках и на плече. Сумка закрывается на магнитную кнопку. Доставать вещи можно быстро и легко. Основное отделение закрывается на прочную молнию. Три основных отделения с легкостью уместят в себя все необходимое – косметичку, планшет, кошелек и бутылку воды, внутренние и внешние карманы, удобные для хранения смартфона и важных мелочей. Подкладки на модели нет, изнанка материала прочная и износостойкая, она не требует особого ухода, вы можете просто протереть ее влажной тканью. Носите эту сумку в стиле casual с брюками вашей любимой формы, плотной рубашкой и лодочками на устойчивом каблуке. Она также будет хорошо смотреться с юбкой миди на высокой талии, водолазкой, пальто свободного кроя и сапогами-трубами. Модель представлена в черном цвете. Оцените качество с вашей новой сумкой Guess.